Артисты в восторге от зрителей, а зрители от артистов. В Тверском цирке с большим успехом идут гастроли единственного в стране цирка на воде «Шевченко Шоу». Уникальные номера, красочные костюмы – все это могут увидеть горожане и гости областной столицы. Из всех зрителей, причем не только в России, но и за рубежом, тверичанам повезло больше всего. Ведь именно к ним Андрей Шевченко привез абсолютно новую программу. Новые номера, новые костюмы, новый фонтан, без которого немыслим ни один цирк на воде. Но, конечно, в первую очередь, любое представление – это актеры. Особенностью «Шевченко-шоу» является то, что здесь выступают профессиональные синхронистки. Животные – другая важная составляющая цирка на воде. Морской лев Боб является частью труппы «Шевченко-шоу» уже 19 лет. Своего дрессировщика он понимает с полуслова и вообще стал для Андрея Шевченко самым настоящим другом. Современные технологии «Шевченко-шоу» органично сочетаются с элементами классического русского цирка, парящими под самым куполом гимнастами, уморительными клоунами. Первые представления прошли в Тверском цирке на ура. Причем в восторге и дети, и взрослые. Замечательное представление, очень красивые артисты. Все здорово, супер, очень интересно. Очень понравилось. Да, спасибо. Как у тебя впечатление? Понравилось? Да. Просто великолепно. Шикарные костюмы, шикарное освещение, такое шоу. Взрослые люди получают удовольствие не меньше, чем дети. Андрей Шевченко особенно отметил, что им удалось собрать аншлаг, соблюдая все правила борьбы с COVID-19. То, что мы ожидали, зрители к нам пришли, мы работаем сейчас с максимальной загрузкой, то есть зритель нам поверил, прошло без сучка, без задоринки, слава богу, мы профессионалы, мы справились с этим. У тех, кто не успел посмотреть это яркое шоу, а также те, кто решил сходить на бис, смогут это сделать в течение ближайшего месяца. Гастроли «Шевченко-шоу» в Твери только начались.